интерес встречам с советской сборной? Ну, наверное, нет. Однозначно нет. Поэтому мне даже обидно за мое поколение, чуть-чуть забытое. Ну что ж, давайте поздравим тогда ваше поколение в вашем лице в первую очередь. И, собственно, исполнение гимна Советского Союза заканчивается. Это наша ретроспективная трансляция. Заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Борис Майоров и комментатор НТВ+, Михаил Мельников для вас провели этот репортаж. Спасибо всем за внимание. Всего доброго.